бомбоубежище. Каким она должна выглядеть? И сухое, главное. Неужели так повезло? Доказательство того, что это именно убежище. Пиздец. Давно я не видел оборудование этого целого. Еще номер 3. Вот он, собственно, его план. Лазарет, операционный санузел. Все расписано. Даже все разрисовано. Что значит крашеные раковины? Практически не ржавеют. Нам тут нечего смотреть. Писсуарчик. Вот она. Клондайк. Склад резиновых изделий. Запасные фонари. Так. Сержантская сумка. Колышки, карандаши, флажки. Что это за... Ой, как грибами запахло. Что это за РДР? Ранец какой-то. РДР. Операционный стол. Это какой-то учебный класс, что ли? Невероятно много стульев. Опять этот РДР. Этот в хорошем состоянии. Все, фонарик уже садится. Не ожидал я сегодня бомбарь увидеть, конечно. Но это достаточно неплохой. А вот убежище снаружи. Как говорится, никакого палева.